Добрый день, уважаемый Тлекис Сабаевич, дорогие гости, деканы факультетов и уважаемые студенты. Меня зовут Сабина Айдарбекова. Меня Жаксылы Кагирим. Мы студенты ветеринарного факультета нашего университета. Четвертый курс. Good afternoon, everybody. Today we'd like to introduce you to an organization of our university, Enactus Kaznau. What is Enactus? Enactus is a worldwide, non-commercial organization which connects students, academics, and business leaders. Our mission is to improve the quality of people's lives through entrepreneurship. Okay, guys. Сейчас мы хотели бы с вами сыграть в одну маленькую игру. Кто меня слышит, хлопните раз. Один раз. Кто меня слышит, хлопните два раза. Кто нас слышит, хлопните три раза. А сейчас, пожалуйста, поднимите руки те, кто понял все, что мы сейчас сказали. Спасибо. Enactus – это крупнейшая международная организация, которая объединяет студентов, университеты с бизнес-лидерами. Студенты создают и реализуют собственные проекты, которые направлены на решение социальных, экономических и экологических проблем. Нашей миссией является улучшение качества жизни людей через развитие их предпринимательских способностей. Команда Enactus Kaznau была основана в 2008 году, и на сегодняшний день она объединяет студентов со всех факультетов нашего университета. Став национальными чемпионами в 2014 году, наша команда отправилась в Пекин, Китай, представляя нашу страну на мировом кубке. Там мы стали лауреатами третьего места в лиге, опередив такие страны, как Франция, США, Россия, Япония и Сингапур. На сегодняшний день мы сотрудничаем с агробизнес-центром и школой фермеров, обучая фермеров возможности ведения бизнеса в селе. В этом году мировой кубок пройдет в Йоханнесбурге, Южноафриканской республике. Мы надеемся также достойно представить нашу страну в этом году. От имени всех членов нашей команды мы хотели бы выразить свою благодарность нашему ректору Тлектесу Исабаевичу за вашу поддержку. Отдельно от себя, кстати, мы хотели бы также сказать спасибо за возможность отучиться в Нидерландах, в Агенгенском университете на один академический год, и также за возможность прохождения стажировки в Стамбульском университете Турции. Дорогие студенты, мы хотели, чтобы наше выступление вдохновило вас на изучение английского языка, а также, чтобы вы не боялись реализовать свой потенциал. Ведь целый мир, он ждет именно вас, ваших открытий, а с языком он будет открыт для вас. Это будет достойным вкладом в реализацию молодежной политики нашего лидера.